Он выходил с-под Иловайска, ему чуть больше 20, в руках зажатая граната и палец у кольца чеки. Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого. И вспоминая то сражение, что не похоже на кино, комбат кричал: держите фланги, а фланги сутки уж молчат. Их 5 часов бомбили грады российской армии и набат. Взвода на небо уходили, ведь после градов минпоток из минометов 2Б9 с названием нежным «Василек». И как стояли спина в спину, уже не 40, в 5-ром, как из зеленки выходили под старопешевым потом. Как среди трупов, затерявшись, где Псковский проходил спецназ, в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз. Как Димка с криками: ведь хоть-то я их щетришки придержу, лёг с пулемётом, вынув сошки, и залп нарушил тишину. Он ранен был с пробитым легким, ведь до своих не доползти. Их прикрывал, осознавая, что здесь конец его пути. Десант российский, окружая, все замыкал свое кольцо. Ребята с боем прорывались из зоны действия АТО. Команда штаба: выходите, для вас создали коридор, в котором их как будто в тире лупили снайперы в упор. И вы поверьте, очень страшно оставить и не хоронить друзей, с которыми не раз ты старался пайку разделить. Он выходил с-под Иловайска, ему чуть больше 20, в руках зажатая граната и палец у кольца щеки.